Доброго времени суток! Здравствуйте! Сегодня мне бы хотелось поговорить о форме нашей планеты, о форме Земли. На этот счет есть разные мнения и разные точки зрения. Есть теории, даже очень и очень оригинальные. Ну вот, например, перед вами моя любимая в форме пирамидки. А вот еще я нашел для вас даже вот такую вот в форме банана. В связи с такой сумятицей в умах людей, которые не очень хорошо учились в школе, или очень хорошо, или слишком хорошо, я хочу познакомить вас с работой Ольги «Ликбез против конспирологии. Плоская Земля». Ну и да, поясню свою предыдущую фразу. Почему слишком хорошо, тоже нехорошо. Потому что все время хорошо, тоже плохо. И горе от ума – это тоже горе. Итак, к делу. Теория плоской Земли, на удивление, разнообразна. Классика – это плоский диск 40 тысяч километров в диаметре с центром на Северном полюсе ледяной стеной по периметру, которую невежественные люди считают Антарктидой. Но ничто не стоит на месте, теория развивается, появляются варианты. Например, интересна такая версия. Поверхность Земли, на которой мы живем, это основание пирамиды вершиной вниз, внутри которой проживает более развитая, наверняка очень коварная цивилизация. Кстати, очень хотелось бы узнать у сторонников плоской Земли, а почему мы с нее не падаем, ну или не улетаем. В случае шара все понятно. На его поверхности мы удерживаемся за счет закона всемирного тяготения. Кто не знает, что это, можно почитать в учебнике физики. Но сторонники плоской Земли его отрицают, что логично, иначе пришлось бы пояснять, почему он работает неправильно везде, кроме Северного полюса. Но раз закона всемирного тяготения нет, силы тяжести тоже нет, то каким образом мы определяем, где верх, а где низ? За счет чего, собственно, низ является низом на плоской Земле и почему он не сверху? В отсутствии силы тяжести эти направления должны быть равнозначны. Еще один вариант – выпуклая Земля, но то, что уже не плоскость, но еще не шар. Другой оригинальный вариант – плоский диск, заключенный в алмазный шар. Вы только представьте, как великолепно выглядит при таком раскладе горизонт. Жаль, что это не наш случай. Но самый прекрасный, появившийся совсем недавно и объединивший теории плоской и шарообразной Земли. Земля на самом деле шар, если обобщенно, но очень большой. И на этом шаре налеплена вот та самая плоская Земля, которую мы знаем из классики, окруженная Антарктидой, а за ее пределами, ой, чего там только нет, и Атлантида, и Лемурия, и еще куча всяких загадочных мест из разных конспирологических теорий. На наш взгляд, это шедевр конспирологии, ну и, конечно, это просто красиво. Одно из популярных обоснований теории плоской Земли, на которое нам нечего возразить, и мы даже пытаться не будем, ибо логика тут бессильна, это заставка «Игры престолов». Опытные конспирологи уже отыскали в ней массу скрытых тайн и смыслов, включая, разумеется, и форму Земли. Тем, кто свято убежден, что Земля такая плоская, дальше можно не читать, пусть будет плоская, это тоже красиво. Для тех же, кто допускает хоть чуть-чуть вариант, что все же может быть Земля и правда похожа на шар, небольшой лайфхак, как в этом убедиться самому, ибо ясен пень, глупо доверять учебнику астрономии или природоведения, разве там напишут правду? Пункт первый – день-ночь. Интернет – великая вещь, позволяет убедиться во многом. Например, можно опытным путем выяснить, что часовые пояса придумали не просто так. Когда в Москве полночь, в Петропавловске-Камчатском – 9 утра. Конечно, часы можно подделать, однако очевидно, что чисто визуально 9 утра сильно отличается от полуночи. Наша задача – убедиться, что это действительно так. Для этого находим человека на Камчатке, или как вариант, чтобы не полагаться на слова неизвестного в интернете, отправляем туда доверенного друга и по прибытии сверяем обстановку, именно визуально. Лучше, если у нас в этот момент будет середина дня или ночи. Получится наиболее наглядный результат.
Получив ответ от друга, берем плоский диск. Можно вырезать из картона, это будет Земля. Лампочку, это будет Солнце. Отмечаем на диске точки нашего и друга местонахождения и попробуем смоделировать сложившуюся ситуацию. Если вам это удалось, пожалуйста, сфотографируйте результат и выложите в комментариях. Если же нет, думаете почему? Неужели злые языки правы и адекватная модель Земли не диск, а глобус? Ибо с глобусом такая ситуация моделируется легко. Вариант, не предполагающий общение. Вместо собеседника использовать онлайн-веб-камеры. Этот вариант, конечно, не так надежен, ибо организаторы заговора могли наложить на них лапу и все подделать. Пункт 2. Горизонт. Нам понадобится найти открытую местность, например, где-нибудь в полях, и в ясную погоду посмотреть на горизонт. Видите вдали на горизонте сияющие пики Антарктической стены? Нет? А почему? На плоскости нам ничего не должно помешать. А что видите? Вот там на горизонте. Отмечаем какой-нибудь видимый на горизонте объект, например, столб или дерево, и движемся к нему. Но это недалеко, километров 5, при высоте над уровнем моря около 2 метров. По мере приближения к выбранному объекту не забываем смотреть на горизонт и наблюдать, как там появляются другие объекты. Причем появляются так, будто вырастают из земли. Дойдя до отмеченного нами столба, садимся под ним. Чешем репу и пробуем мысленно смоделировать, как такой характер проявления объектов возможен в условиях движения по плоскому диску. А заодно думаем, куда пропали антарктические пики. Если найдете ответы на эти вопросы, обязательно поделитесь в комментариях. Всем будет интересно. Если же нет, то может опять правы коварные сторонники глобуса. Пункт 3. Звездное небо. Достаточно посмотреть на звездное небо в северном и южном полушариях. По какой-то невероятной причине мы увидим разную картину. Другие созвездия. Интересно почему? Находясь на диске и глядя в небо, мы должны бы видеть примерно одно и то же. Независимо от того, находимся мы на северном полюсе, во льдах Антарктической стены или где-то между ними. Просто попробуем смоделировать, каким образом мы можем видеть разное небо в зависимости от расстояния до центра. Не забываем при этом, что картинка должна быть одинаковая по всему периметру. Надо ли упоминать, что в случае глобуса различная картинка звездного неба моделируется снова легко. Пункт 4. Географические координаты. Для определения положения на шарообразной Земле используются сферические координаты – широта и долгота, что вполне логично, раз речь о сфере. Широта – угол между плоскостью горизонта в данной точке и плоскостью экватора. В случае сферы он может быть от 0 до 90 градусов. 0 градусов – широта на экваторе, 90 градусов – на северном или южном полюсе. В зависимости от полушария широта может быть северной или южной. Долгота. Угол между плоскостью нулевого меридиана и плоскостью меридиана в заданной точке. Географическую долготу определяют по меридианам. Долгота может быть западной и восточной. От 0 градусов на нулевом меридиане до 180 градусов к западу или востоку соответственно. В случае плоской Земли сферические координаты не годятся для определения местоположения, просто потому, что плоскость не сфера. Тут скорее подойдут координаты радиальные. Радиальные координаты – плоская система координат, в которой местоположение точки определяется полярным углом и полярным радиусом. Полюс в данном случае – это центр, от которого координаты отсчитываются. Северный полюс вполне подойдет. Полярный радиус – расстояние от полюса до данной точки по прямой. Полярный угол – угол, который отсчитывается от выбранного нулевого радиуса. Обычно его определяют от 0 до 360 градусов. Но для упрощения дальнейшей аналогии можно считать от 0 до 180 в ту или другую сторону. А теперь соотнесем сферические и полярные координаты. Полярный угол отлично соотносится с долготой. Вместо нулевого меридиана используется нулевой радиус.
и значение долготы в градусах совпадает с полярным углом. С широтой все сложнее, ибо в случае плоской Земли понятие широты, вообще говоря, теряет смысл. Она всегда будет 0 градусов. И вот тут нас ждет сюрприз. Определить долготу на местности достаточно сложная задача. Потребуется сравнивать время по Гринвичу с местным, что в случае плоской Земли, вообще говоря, смысла не имеет. Ведь часовые пояса – это не что иное, как просто часть заговора, не имеющая физического смысла. Ну, мы просто раньше не упомянули, что нулевой меридиан проходит через Гринвич. Ну, просто люди так между собой договорились. Но вот, определить широту можно довольно легко. Нам понадобится обычный транспортир, отвес и умение находить в небе северного полушария полярную звезду. Полярная звезда, крайняя звезда ручки ковша созвездия Малой Медведицы. Она не отличается особой яркостью и не выделяется среди других звезд, но замечательна своим положением на небесной сфере. Она всегда указывает точно на северный полюс мира. Проще всего найти полярную звезду с помощью созвездия Большой Медведицы, ковш которой хорошо заметен на небе в северном полушарии в любое время года. Проведем воображаемую линию через две крайние звезды ковша Большой Медведицы. Продолжим ее и примерно на пятикратном расстоянии по этой линии найдем полярную звезду. Теперь берем транспортир, отвес и получаем простейший сектант. Направляем его на полярную звезду и по положению отвеса определяем широту в градусах. Не, ну, конечно, не самые простые манипуляции. По моху на деревьях или по муравейнику гораздо легче, конечно, определиться с местоположением, к примеру, северного полюса. А вот с более точными координатами возникнут проблемы. Ну, не то, чтобы я это рекомендовал, кстати говоря. Правда, проделать этот фокус мы можем только в северном полушарии. Кстати говоря, с муравейником и с мохом это тоже работает. В южном полушарии полярная звезда пропадает за горизонтом. Попробуем смоделировать такую ситуацию при движении по диску от центра к краю, причем в любом направлении. Если получится, обязательно напишите в комментариях. Если нет, ну, наверное, закономерно задать себе тот же вопрос, что и в трех предыдущих пунктах. Дам ремарочку небольшую от себя. В южном полушарии ориентируется по созвездию Южный Крест. И следующим пунктом у нас идет годовое движение Солнца. Все, конечно же, знают, что Солнце встает на востоке и садится на западе. Однако в последнее время все чаще многие отмечают очень странное и пугающее явление. Точка восхода Солнца меняется. Некоторые склонны связывать это с тем, что, вероятно, что-то поломалось в небесной сфере и близится конец времен. Насчет конца времен мы не знаем, гарантий дать не можем, но смещение точки восхода и заката Солнца то к северу, то к югу указывает на него уже довольно давно, примерно с момента образования нашей планеты. Так что с очень хорошей вероятностью можно предположить и даже практически с уверенностью заявить, что если нам и грозит конец времен, положение Солнца на небе к нему отношения не имеет. Это явление наши предки подметили еще в стародавние времена и назвали годовое движение Солнца. Хотя традиционно считается, что Солнце всегда встает на востоке, а садится на западе, строго говоря, происходит это именно так всего два раза в год, в дни весеннего и осеннего равноденствия. После весеннего равноденствия световой день начинает увеличиваться. Солнце каждый день поднимается все выше, а точки восхода и заката смещаются к северу. Так продолжается до дня летнего солнцестояния, когда Солнце поднимается над горизонтом максимально высоко, а точка восхода находится максимально к северо-востоку, а захода, соответственно, к северо-западу. После летнего солнцестояния точки восхода и захода ползут в обратную сторону, к югу и к зимнему солнцестоянию. Солнце встает уже максимально на юго-востоке, а садится на юго-западе. Этим эффектом мы обязаны наклону земной оси. Если бы его не было, Солнце всегда бы вставало строго на востоке, а садилось строго на западе. Это правда относится только к традиционной шарообразной Земле. Как объяснить эту загадку в случае Земли плоской – большой вопрос. Но если у вас получилось,
то следующим шагом можно попробовать смоделировать на плоской Земле полярный день и полярную ночь. В том, что эти явления на самом деле имеют место быть, можно убедиться, побывав, например, в Мурманске, ну или спросив кого-нибудь, кто там живет. Следующим пунктом у нас идет видимый размер Луны. Этот интересный фокус обычно показывают в классе в третьем, и мы были искренне уверены, что о нем знают все, но оказалось, что нет. Ну что ж, поделимся в качестве десерта. Это просто, легко доступно, интересно и можно показать детям. Какого размера на самом деле мы видим на небе Луну? Кажется разного. Иногда она огромная, как блюдце, но чаще маленькая, примерно с металлический рубль. Такой ответ можно услышать чаще всего, если человек никогда не задумывался над размером Луны. Но если чуть-чуть задуматься, то возникнет следующий вопрос, а как, собственно, его измерить? В случае с блюдцем и рублем все очевидно. Берем линейку, прикладываем к предмету, измеряем диаметр, столько-то сантиметров. Но куда прикладывать линейку в случае измерения видимого размера Луны? Как технически приложить ее к небу? Допустим, можно сказать, держим линейку на вытянутой руке. А почему именно там? Почему не перед глазами? Или, скажем, в 3 метрах от глаз? Или в 1,5 метрах? Результат в каждом случае будет разным. Проверить может всякий, у кого есть линейка. То есть измерить размер Луны в небе в сантиметрах нельзя. Можно говорить только об угловом размере Луны, который мы можем померить лично. Сделать это довольно просто. Линейкой на вытянутой руке измеряем видимый диаметр Луны. Длину руки, то есть примерное расстояние от глаза до места измерения. И считаем синус или тангенс угла. А в процессе измерения видимого диаметра Луны нас ожидает сюрприз. Попробуйте перед тем, как приступить к измерениям, предположить результат. Как думаете, что получится? Ну, 2-3 сантиметра это наверняка, а то и больше. А теперь померьте. Этот эксперимент особенно интересен будет тем товарищам, которые убеждены, что если бы Луна действительно имела диаметр 3500 километров и при этом находилась от Земли на расстоянии 385 тысяч километров, как написано в учебнике астрономии, то она никак не могла бы иметь такой большой видимый размер. Ну а о том, как легко проверить собственноручно эти данные из учебника астрономии, мы расскажем в какой-нибудь следующей работе, посвященной Луне. Ну а на этом у меня на сегодня все. Будьте здоровы, всего вам хорошего. Люди, берегите себя. Почаще смотрите на небо, там интересные вещи бывают. Ну и в конце концов, это просто красиво. Ну и да, конечно же, мира вам!